Всем привет, на связи Jackson Gamer, а это Need for Speed Most Wanted. То есть я имел в виду BMG Drive, конечно же. В общем, нашел я мод на карту из Most Wanted, а так как я не знаю, в курсе вы или нет, возможно уже в курсе, возможно нет, не знаю. Я любитель, я прям фанат Most Wanted 2005 года. И просто не скачать ее я не мог. Карту я перед тем, как начать снимать, естественно, проверил. Как вы видите, тут даже трафик может ехать вполне себе спокойно. Вот. Ну, есть у меня парочку идей на эту карту. Итак, представим такую ситуацию. Мы, значит, едем гонку, и, собственно, что? Мы сокращаем, естественно, по тому же, по сокращению. Что? По сокращению, в общем, мы сокращаем, да. И называется «Научись водить на заднем приводе». Почему я оттуда не спрыгнул? Там не проехать просто. Ну и вот мы, собственно, значит, едем вторые и сокращаем, что было бы в реальной жизни, если бы мы попытались сократить. Уж я сомневаюсь, что было бы то же самое. Здесь подвеска прям, похоже, гораздо сильнее, потому что, ну, не сказать, что она пострадала. Ну, ведет влево, но это не то, что могло произойти. Однако, ладно. Хорошо, за нами есть сейчас погоня. Посмотрим, как долго мы проживем, хотел сказать я. И похоже, что недолго. Давай. Ловушку. Понял. Вот мы и приехали. Итак, представим следующую ситуацию. Мы едем снова гонку. И все же знают тот прыжок, который сейчас будет, ну, потому что это самый первый прыжок, наверное, в игре, который, ну, ладно, не самый первый, хорошо, не самый первый, но один из первых прыжков, который встречается в игре. И вот что будет, если прыгнуть, да. Надо попробовать в обратную сторону, потому что в оригинале можно было, в оригинале, что в Most Wanted можно было удариться об мост этот, об этот переход, и, собственно, можно было так потерять несколько позиций, если там уж прям совсем потная гонка была. Вот интересно, если мы здесь также попробуем разогнаться, получится ли врезаться или нет. Давай, мне кажется, не хватит скорости, чтобы... да, что получилось? Вот, собственно, и все. Вот и приехали. Ну что? Все, арестовал, спасибо. Что ж, вот я и нашел то самое место, где у нас были самые первые прыжки и самая первая гонка, в принципе. Наверное, вы еще задаетесь вопросом, а почему я, собственно говоря, не включу бота, за которым буду бегать или от которого буду убегать? Да, дело в том, что я уже протестировал, и на самом деле почему-то в этом плане боты прям очень тупят. Поэтому я тут как бы без понятия вообще. Лучше уж тогда самому проехаться. И я тут, как уже видите, поставил себе метку на карте и пытаюсь пройти некий челлендж. Доживу ли я до... О, кстати, сокращение. Доживу ли я до финиша? Ай! Там не все прозрачное. О, я понял. Так, тихо. Поехали. Так, хорошо, я хочу пройти этот челлендж именно с сокращением. Там, в принципе-то, можно, я думаю, пролететь, раз там есть прозрачные предметы. Так, тихо. Ну,
Копы здесь не мешают абсолютно. Опа, перелетели красиво. Тихо, 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 держи. Ох, вот это было, конечно, красиво. Это было, конечно, да. Это было красиво. Хорошо. Не получилось с первого, со второго раза. Получится с третьего. Просто не тормозим. Не тормозим. Тихо. О, привет. Едем, не обращаем внимания. Так, здесь сейчас поворот будет. Давай попробуем от первого лица. А то в Most Wanted мы не могли от первого лица покататься, а тут можем. Тут можем себе позволить такое. Почему бы тогда и не покататься от первого лица? Ага, только GPS не видно. Хорошо, я понял. Хотя, знаешь, можно сделать из этого тоже некий челлендж. Так, ну, что-то проблем не вызывает. Я уже, похоже, привык. Хотел сказать, я и врезался. Да, ладно, хорошо, еще, все, еще раз. Если не получается, то забываем. Кстати, как от первого лица, интересно, смотрятся прыжки. Тихо, тихо, тихо. Ну, нормально. Держи. Так, газу. Нормально. А, тут, ну да, точно. GPS же тут по дороге показывает. Так что нормально все. Можем от первого лица, в принципе. По-моему, подвеску повредил. Оп. Тихо. Да, подвеску повредил. Так, поехали опять по сокращению. Нет, ну все, тут беда совсем. Хорошо, вот все, крайний раз мы что-то другое ищем, что-то другое делаем. Моделька, конечно, я лично модельки неофициальные не люблю, они просто очень плохо ломаются, или даже если они хорошо ломаются, то в последующем... Не, ну это не считается же, да? Давай посмотрим, что случилось. Нормально так прилетело. Или с последующим обновлением просто эти автомобили уже начинают плохо ломаться, там всякие баги появляются. Поэтому как бы не особо я люблю такое дело. По-моему, я топливный бак ему пробил, потому что брызги в разные стороны полетели. Так, я понял, хорошо, хорошо. Хорошо, я тебя понял. Ну что ж, есть у меня следующая идейка. Переходим к ней. Что ж, ну теперь следующий сценарий. Просто представьте, мы, может быть, катаемся в свободный режим, может быть, едем какую-то гонку, и как бы за нами погоним, и вроде как удираем, да, но в Most Wanted мы бы... Ограждение, которое сейчас возникнет перед нами, пробили бы с легкостью. А как мы это сделаем? Вот замедление, значит, да, мы активируем как в Most Wanted, чтобы физика чуть по-другому чувствовалась, легче было пробить. Но в итоге что у нас с машиной? Сомневаюсь, что она на ходу. Ну давай посмотрим. Нет, смотри-ка, повезло вполне себе. Так, хорошо, ну-ка. Просто, чтобы по 100 раз не спавнить, представим, что у нас круговая гонка, и нужно вот в обратную сторону.
ехать. Я не знаю, в повороте я, наверное, не смогу попасть. Бам! Слушай, выдержала? По-моему, эта моделька просто довольно крепкая. Удивительно. Так, хорошо. Третий заход получается. Третий круг просто... Просто третий круг, что добавить нечего, в принципе. Бампер поволокли за собой. Он нам понадобится. Так, я нифига не вижу. От первого лица еще хуже. Понял. Мне это, в принципе, и помешало. Ориентируюсь чисто по карте. Ну, он теперь еще ориентируюсь по окнам наших полицейских. Нет, смотри, ему все равно. Нифига себе, какая крепкая. Так, хорошо. Вот мы, скажем, приобрели Subaru, да, новенькая машина, еще не дошли до BMW или еще не потеряли BMW. Вот у нас Subaru есть новенькая, мы ее едем прокачивать. Но тут я криворукий и забыл, кстати, стабилизацию отключить. А то она здесь будет мешать. В общем, взяли новую Subaru, ее нужно протюнить, ну... Так получилось, что мы случайно нарвались на погоню. И, собственно говоря, вы уже знаете, где там стоит. Так, давай, все, разгоняйся. В общем, и вот мы пытаемся пробить заграждение. В принципе, это, по-моему, удалось. А, нет, смотри-ка, вот это действительно, значит, BMW прям... Тележка непрозрачная. Я понял. Похоже, действительно, моделька BMW прям крепкая довольно. Так, хорошо, давай попробуем без замедления. Так, аккуратно. Можно даже ручника немножко. Понял, это не мое. Но ручника все равно хочется. Давай. Сейчас аккуратно зайдем. Я тебе обещаю. Не, ну это прям... Даже не аккуратно, это слишком по-овощному получилось. Ну-ка, проскочим посередине. Вот что бывает, как бы, да. Думал, проскочим, но не проскочили, видишь, да, это... Не Мустванг это все-таки. Хорошо, еще раз давай. Даем ручника. Слишком рано дал, я понял. Хорошо, я просто хочу зайти в этот поворот. Тут надо было позже давать, хорошо. Это прям теперь для меня какая-то миссия. Hit the wall получился и... Краш называется. Отлично, вроде как плюс-минус получилось словить. Хорошо, вот мы хотим проскочить. Проскочили, но врезались. Окей, хорошо, сейчас найдем другую ситуацию.
Что ж, сделал я себе такое мини-заданице, скажем так. Если вы помните, в конце игры, это спойлер, если что, нам нужно было на BMW уехать просто от бешеного количества копов. Я решил сделать то же самое. Весь трафик, который у меня есть, это чисто копы. Только они и больше никого. И как бы моя задача доехать точно туда же, куда и в финале. Единственное, я не проверял, смогу ли я там... А, тут на разворот надо было. Ё-моё. То есть я зря... А, ладно, он пересчитал маршрут. Единственное, я не знаю, смогу ли я там проехать, потому что там я видел, что там песок, то есть не как в финале игры очищено. И поэтому я не знаю, он прозрачный или нет. Вот, а моя задача доехать, задача ботов получается меня остановить. Посмотрим, получится ли у меня это или нет. Я без понятия вообще, сколько километров ехать. Как долго мне это придется ехать. Так, у меня же закись есть, что-то я совсем... Тут, пожалуйста, вон все и носороги, и кросс даже я специально сделал. Все, в общем-то. Прыжок. Стой. Отлично. Что? У меня двигатель не выдержал. Я понял. Закись была лишней. Привет, кросс. Ну, условно мы пробили шины. Бам. О, давай. Тарань меня, носорог. Может быть, докатишь меня. Ай-яй-яй, не-не-не. Не подрезай, а кати меня. Давай. В горку. Во, отлично. Не-не-не-не-не. Зараза. Все, я приехал, получается. Я не смог доехать. Ладно, хорошо, я учту. Значит, в этот раз закись не будем использовать. Так, ну и раз мы тут... А, стоп. Я в любом случае понял. А! Понял. Сейчас мы обхитрим систему. GPS, вернее. Все, отлично. Теперь не придется в два раза дольше ехать. Все. У меня есть шансы. Есть все шансы. Надеюсь. Давай чуть-чуть закиси под... Ну, я думаю, смотрится. Хотя, конечно, да, ладно, это не так, как в Most Wanted, где все-таки мой коп не вывезет большое количество. Я вот прям... Это дерево непрозрачное? Что? Листья его непрозрачные? Ну, ладно, в принципе... Ой, ё-моё, я поворот пропустил. О. Повезло, что это прозрачное. Просто мой комп не вывезет. Я вот максимум, что мог, добавил. Это 4 машины, все. Не более. GPS, эй, помогай. Придется ориентироваться чисто по дороге, потому что карта нарисована не полностью. Отлично, проехали. Пока все отлично, не считая... Не считая того, что мы без крыши остались. Вполне мне это удается.
порой они себя жестче показывают, а тут как-то прям, ну... Не сказать, что я испытываю трудности. Все, поехали. Тихо-тихо, аккуратно. Все, мы почти приехали. Мы почти приехали, к слову. Финишная прямая. Тихо, финишную прямую мне не испорти, пожалуйста. Я думаю, там закрыто. А, нет, смотри-ка. Ну как, это можно было засчитать, типа, или... Ладно, хорошо, мы теперь знаем, что тут открыто. Взял я, короче, а-ля BMW, но только уже от... официально... Тихо, тихо, подожди. Не спеши так, пожалуйста. Вот это выхлоп. Вот это выхлоп. По-моему, даже меня не слышно. Так, ну и управляемость здесь прям достаточно классная. Во, вот это уже больше похоже на финал. Так, хорошо. Почему GPS, кстати говоря, что-то не прорисовывает путь? Ай, ай, все, подвеску повредили. Все, я не могу повернуть. Я понял. Так. Все нормально с подвеской? Да, более-менее отлично. Капец, какой тут выхлоп. Я сам себя чуть... Ну, как бы... Да, не особо слышу. Так, аккуратно проходим. Фак. Все, подвеска повреждена. Вот буквально чуть врезались. Не то, что там прям таранили. Приветик. Вот я сомневаюсь, что подвеска выдержит. Воу, воу, ай, ау, ай. Вот мы и приехали. Ладно, все, заключительный раз. Получится, не получится, посмотрим. Не получилось. Всем спасибо за просмотр. Ладно, хорошо. Я все-таки попытаюсь. Так, поехали. Да что ж такое, нет, что-то прям не везет от слова совсем. Так. Это было неловко. Я должен доехать. Так, отлично. Вроде стабилизацию отключила, даже и не чувствуется, что это задний привод. Так, отлично. Здесь особо не гоним. А то подвеска здесь все-таки
Еще жестче. Ой-ой-ой, тихо. Здрасте, ребят полицейские. Так. Я пытаюсь аккуратно, потому что я хочу доехать. Фу. А если я здесь не проеду, проехал все-таки. Финишная прямая. Тихо. Фу, подвеску не повредил. Подвеску не повредил. Даже после этого столкновения касательного я не повредил подвеску. Это хорошо. Так, притормаживаем здесь. Все, вот она, финишная прямая. Там, где нас не догонят. Там, где начинается карбон. Все, осталось совсем чуть. Ну, вы не знали, на самом деле, вот так Most Wanted закончился. Вот. Не, мне просто интересно, так. Там вообще есть дорога, смотри-ка, вполне себе. Слушай, а здесь вообще реально проскочить или нет? Мне кажется, что нет. Больно уж тут. Близко, хорошо, вот. Напоследок. Напоследок хочу посмотреть, есть ли там дорога. Ну, судя по всему, такая же, как и, ну, в принципе, очевидно, такая же, как и в оригинале. Да, в принципе, оно точно так же заканчивается здесь и идет в никуда. Опа. Что ж, ну пока мы летим, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.